Владивосток, Артем, Михайловский и Октябрьский районы. На прием к вице-губернатору собрались жители со всего Приморья. Кто-то приехал со своими личными проблемами, кто-то просить за других или за село. Например, Сергей Мун переживает за воспитанников детского дома, в котором работает. А именно, его волнует судьба выпускников. Куда мы ни обращались в этом году, понимаете, в большинстве учебных заведений нас ставят на общих основаниях. А на общих основаниях вы сами понимаете, что это такое. Ну, уровень образования в детском доме, вы сами понимаете, что единицы, которые учатся хорошо. Дети-сироты шли к Татьяне Заболотной и самостоятельно. Проблемы у них все схожи. Вопросы получения жилья, постановка на льготную очередь, детские сады, устройство на работу. А вот Валентина Шаймуратова приехала из Михайловского района, чтобы отстоять сельскую школу, которая еще и дошколят принимает. Учреждение находится в плачевном состоянии, и его местная власть захотела закрыть. Есть поручение губернатора сохранить сеть всех сельских малокомплектных школ. И не может ни глава, ни дума идти, Закрывать. Такие проблемы граждан вице-губернатор проводит регулярно. Очень часто проблема приморцев решается прямо здесь, в кабинете. Люди просто иногда не знают, как правильно поступить и куда стоит обратиться. А за кого-то вступается лично вице-губернатор. Инна Гончарова, Татьяна Гнездилова, Михаил Павлов, «Панорама».